пришло время жрать этого красавчика, да? Красивенький, красивенький, что сказать, красивенький. Краба я поместил на 20 минут вот с такими специями. Плюс еще туда накидал лаврового листа, еще семян побольше. И, как сказала женщина, это продавец, что 20 минут он должен покиснуть в воде. Горячий, но не кипяченый, со специями. Вот такая приблуда, чтобы он был полностью весь в рассоле. Видите? Вот такой вот гнет сверху. Собственное изобретение. 25 марта. День работника культуры. А на пожрать у Женечки краб. Пожрем его, давайте. Соусы не делал, потому что буду с дюшесом. Хоть сейчас и 8:40 утра, но дюшес не помешает с утреца. Лимонад дюшес я люблю. Лимонад дюшес. Ничего страшного. Ой, нечаянно спалил, что за дюшес. Ладно. Ну давай, приступим. С чего начнем? Давай, с чего начнем? Давай клешню, какую оторвем? Большая, красивая, жалко ее ж отрывать. Давай, говорят, что по мере, говорит, вот впереди передние, говорит, вкуснее, чем задние. Давай проверять. Взял ножницы, давай резать ножницами, да? Он постоял у меня 20 минут в этом, в рассоле. Бля. Что-то я сейчас это, подождите. Этих, короче. Они у меня сбились почему-то. Ютаберы. Ютаберы сбились. По каким-то причинам. Ютаберы сбились. Потом появились. Все, накрылось транс. Я даже не знаю, из-за чего она накрылась. Короче, ладно. Надо делать вот так вот, да? Резать, да? Ну, неудобно резать. Неудобно резать. Неудобно резать, блядь. Надо еще очки, наверное, надеть, чтобы в глаз не попало ничего, да? Ты видишь, не так просто эту хуйню делать. Ну вот, что вот я сейчас попробовал, уже вкусно. Просто я вот не пойму одного. Я не пойму одного, знаете, в чем? Его все равно неудобно. Давай вторую. Неудобно, короче, все равно неудобно резать. Вот если вот так вот ломать, да? Вот так вот ломать. Вот про что говорю, видишь? Так как он замороженный, то мясо не цельное, да? То мясо не цельное. Мясо не цельное, и поэтому как бы нету этого целостности мяса. Вот как, например, раки. Это вы едите, например, раки, да? Нету этого целостности мяса. Нету. То есть все мясо, в принципе, оно вот... Смотри, не целиковое, а вот такое вот. Видишь? Прилипшее. Целостности нету. А хотелось бы целое. А целостность это только надо ехать туда, на Дальний Восток. Тогда ты поешь этого мяса, да? А так только выгребать. Женя долго варил. Да, вот алмазка, да. Целостное мясо это надо ехать туда, на Чукотку, да? Ой, подожди, на Дальний Восток. Тогда ты поешь. То есть ты сейчас даже, я считаю, видишь, не можешь... Волокна одни, правильно ты сказал, одни волокна. Нету целостности, как крабовая палочка, знаете? Нету этого. И это печально.
Но теперь зато будем знать, что целостности нету, и чтобы поесть краба, надо ехать туда. А надо ли оно туда ехать? Надо, короче, ложку выгребать. Потому что пальцем... Да, надо ложкой выгребать только. Так что... Ну, будем знать, кто не знал. А то многие, знаешь, многие даже не знают, что... То есть вы купите замороженный, а это две разные вещи с тем, которые свежевыловленные, да? Две разные вещи. Вот, например, я помню, я замораживал раки, свежие раки, ну как? То есть варил ведро целое. Ну давай, хватит болтать, давай следующую. Так что небо и земля, да? Понятно, что это фигня по сравнению с настоящим свежевыловленным. Но будем знать, все равно будем знать. Будем знать, это что такое. Это мне не надо. Будем знать. Будем открывать только вот эти вот. Да, вот они, волокна, видите? Это волокна. Вкусный, но это не то. Это не то. Потому что он был заморожен. А иначе его в Волгоград никак не привезешь. Это его надо в бассейне везти. Понимаете? То есть... Как-то так, блядь, и никак иначе. Как-то так, и никак иначе. Да, одни волокна. Вот они, волокна. Вот, смотрите, открываю, волокна одни. То есть это надо все выгребать ложкой. Но это все не то, блядь. Это все не то, что бы хотелось. Хотелось мясца бы, да? А мясо можно отдельно покупать у них, видишь? В следующий раз я возьму там... Слушай, он даже прям сладковатый какой-то. Хотя у меня там соль и перец в этой. Так-то, конечно, он вкусный, но это не то. Все равно, это не то. Вот он, ложкой выгребаем, да? Волокна. Так что, будем знать. Короче, вы не купите краба настоящего здесь, потому что вам его в бассейне никто не привезет. Вам надо самому ехать, если вы хотите. Цельного мяса нету краба, даже у свежего. В голове тоже много. Не, голову я выкину сразу, она мне не нужна. Голова будет выкинута. Давай еще ногу открываем, да? Тут что? В общем, будем знать. Будем знать, что... Блядь, ну из-за краба я не поеду в другой город, он мне не нужен даром. Хотя, чем черт не шутит, может быть, когда-нибудь и поем. Ну, если, конечно, их здесь не будет в бассейне за бешеные деньги, да? Я еще, знаете, что куплю? У них в магазине есть прям, короче, на само мясо уже такое, как крабовые палочки, прям мясо краба есть. Тоже стоит что-то или 2, или 3 тысячи, но типа покупают на салат. Ты хоть ее распотроши. Кого распотроши? Бошку, а зачем ее потрошить? Я ее выкину. Сейчас, может быть, и распотрошу. Не знаю, сейчас я еще ногу одну сожру. Ну, в общем, будем знать. За крабами надо ехать на Дальний Восток. В своем городе вы его не поедите. Просто физически не поедите. Выбираем ложкой.
Волокна, а не мясо. Ну, как рак. Вы замораживали раков вареных? Ну, я лично замораживал не раз, вот то же самое все. То есть, вроде вкус рака, но не то. Не то. Где ложка? Выжираем ложкой, короче. О. Выгребли ложкой, да? Пусто. Выкидываем. Ну, кому там надо было башку? Давай башку откроем. Давай башку откроем. Давай башку откроем, как же ее все-таки открыть? Это что, типа икра? Это что, это или жабры? Это что такое? Наверное, все-таки, ну, шарики, это, наверное, икра, да, шарики? Или это жабры такие? Ну, круглые, это же икра получается. Круглые. Да. Ну, в общем, ну вот открыл. Ну и можно и в мусорку выкидывать сразу. Тут есть-то нечего все равно. Тут нечего есть. Да я и не хочу. Это сразу в мусор. Показал, показал. Ну, как-то так. И никак иначе. В общем, попробовать-то попробовал, но просто понял, что это не то. Так. Всем пока, всем добра.